результате зверского теракта против невинных людей погибла моя любимая жена, травму получила моя дочка. Я так жалею, что я вчера не позвонил. Было понятно, что происходит. Они шли, куда шли. Думают, ну что я дергать буду в дороге. Может, мой звонок он мог спасти. Просто звонок, 3 минуты, остановка. Они бы были в следующей электричке. Пешком прошли до Сенной площади, зашли там в магазин, купили аксессуары для кукол, глазки они собирались купить. Вот. Зашли в метро на Сенную и вот попали в этот трагический поезд. В 14 часов жизнь разделилась на 2 части. Вот она была счастливая.